Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Выездное совещание представителей пресс-служб на Смоленской АЭС. Подведение итогов реализации проекта по внедрению информационной системы управления персоналом. Акция «Курить не модно». Возрождение традиции дворового мини-футбола. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Мощность в работе по концерну «Росэнергоатом» в целом составляет 19690 мегаватт или 95% от баланса ФАС. Выработка на сегодня составляет 99,9% и в цифрах 84 миллиарда 402 миллиона киловатт-часов. Текущий киум по концерну в целом составляет 84,4%. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе находятся энергоблоки 1, 2, 3. Суммарная нагрузка 3049 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Выработка электроэнергии за 6 дней июня составила 366 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 132 миллиона киловатт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 8,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 2 июня руководители и специалисты пресс-служб центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» встретились на Смоленской АЭС, чтобы изучить передовой опыт в области развития производственной системы «Росатома». Смоленской АЭС, как предприятию-лидеру ПСР, в 2016 году необходимо подтвердить полученный статус и использовать инструменты производственной системы «Росатом» в достижении бизнес-целей. По мнению заместителя главного инженера Смоленской АЭС Олега Кужиньязова, достичь этого возможно только если работать единой командой в едином смысловом пространстве, ориентируясь на два максимальных приоритета – эффективность и безопасность, осознавая персональную ответственность за результат. Пресс-служба Смоленской АЭС вот замечательно удается справляться. Вот, в прошлом году они стали лидерами, значит, среди других пресс-служб станции и вообще предприятий отрасли, вот, и реализовали ПСР-проект вот, по вовлечению персонала, который стал, ну, получил заслуженную оценку в госкорпорации. Позитивную реакцию коллектива на происходящие изменения подтвердила корпоративная академия «Росатома». По итогам специального исследования было выяснено, что показатель вовлеченности сотрудников Смоленской АЭС в ПСР находится на уровне 81%. У нас одна цель. В конце концов, мы вообще единая команда. И вот эта единая команда, она должна работать эффективно, отвечать за результат, чтобы всем было безопасно. И, естественно, в уважении друг к другу. 3 июня на Смоленской АЭС были подведены итоги проекта по внедрению информационной системы управления персоналом. Работа над проектом началась в 2015 году. В результате его реализации были приведены в соответствие с корпоративными стандартами ключевые кадровые и бухгалтерские процессы, расчет заработной платы, учет рабочего времени, управление эффективностью персонала. В настоящее время к системе подключено более 1000 пользователей. Профессионализм сотрудников станции, мотивированная заинтересованность в результате, конструктив. То есть мы действуем единой командой, сообща, на общий результат. За профессионализм и проявленные ценности единая команда и ответственность за результат при реализации проекта по тиражированию системы на атомной станции 15 работников Смоленской АЭС были награждены грамотами госкорпорации «Росатом». Более 300 человек приняли участие в акции «Курить не модно».
Обменять сигареты на яблоки и принять участие в опросе десногорцам предложили члены Организации молодых атомщиков Смоленской АЭС совместно с Домом детского творчества нашего города. Мероприятия прошли в рамках всемирной акции «День без табака». Жители города могли поменять сигареты на зеленые яблоки, а те, кто не имеет вредной привычки, могли принять участие в коротком опросе и также получить полезный фрукт. Всего волонтерами было роздано более 60 килограмм яблок. Наша молодежь города Десногорска выбирает здоровый образ жизни и громко заявляют, что курить не модно. 1 июня, в День защиты детей, в Десногорске стартовал турнир по дворовому мини-футболу среди детских команд «Кожаный мяч» на призы Смоленской АЭС и первичной профсоюзной организации станции. На поле вышли 9 команд юных спортсменов, более 70 игроков. Сегодня путевку в жизнь получает новый вид спорта для Десногорска. Это дворовый мини-футбол, любимая игра мальчишек всех поколений. Не секрет, что с уличного футбола начинается большой футбол. Надеюсь, что и среди вас есть будущие звезды российского футбола. В день открытия юные футболисты сыграли первые матчи. Итоги соревнований были подведены 7 июня. Осенью 2017 года международные эксперты проведут на Смоленской АЭС полномасштабную партнерскую проверку. Наш коллектив уже начал подготовку к визиту авторитетных атомщиков. По традиции они будут посещать зоны производства работ, наблюдать за тем, как персонал выполняет должностные обязанности, изучать документацию. Цель партнерской проверки – оказать поддержку в достижении высоких показателей эксплуатации, поиске наилучших путей повышения надежности энергоблоков. 2 недели будет длиться анализ работы нашего предприятия по новой проектно-информированной методологии. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго.